не делаю. Я знаю, что так не делаешь. Но теперь-то можно так делать. Так, ладно, ну значит. Теперь он не стопает. Сейчас с фонарем буду? В руке или как? Как думаешь? Угу. Так. В принципе, мы... А, если мы смотрели, мы до сюда могли же добежать и так. Но мы здесь померли вообще... бы. Ну, да. А, нет, вот грибы есть. А, да. Мы бы здесь померли бы. Это конечно? Да. Ой. Вон он, ходит. А с ртом, который я вижу. Да прикольно ходит. Где надо туда камень кидать, чтобы он остановил. Я хотела здесь так не делать, а потом... Он, видишь, не убился, зато, смотри, появилось воспоминание. Остановить водяное колесо, чтобы продолжить путь. Он так понял это, без засовывания рук туда. Короче, ты тут включаешь плиту, руку кладешь. Достаньте. Сковородка, чтобы их пожарить. Нет, не надо. Если там свет, там нет. Так, ну пошли. Не отсюда. Большая шестерёнка. Что-то открывает, да? А, вот так вот. А, не-не-не, здесь смотри, здесь есть... Я видел трубы. Сейчас. Здесь есть... Вот типа вот так труба. Может из нее что-то... Нет. Нет, ладно, пойдем тогда в другую сторону. Мы в одну сторону побывали. Пойдем в ту сторону, где бродит мол. Кто-то позаботил, да? Так, вспоминал. Водяное колесо, шумный аппарат управляется двумя рычагами, одна из труб пошаталась, протекает. Я понимаю, наверное, ее можно...
должен быть с колесом, наверное. На маленькие шестереночки просто точно. Значит, шестереночки скоро спрощены. Смотри, такое ощущение, будто у него вместо ног пластырь. Просто вот. Надо по звуку, значит, наверное, ориентироваться, там же налево шестеренку маленькую сделал, и звук такой потише стал. Совсем звук пропал. Все. Один влево, другой вправо. Ой! Я убегу. Нет, не убежал. Да? Ты это ему скажи. Сохранись, да. Ты это двери скажи. Ты прям в грибах сидишь. Ну да. Честно, я маленький грибочек. Надышишься. Ну все, он уже ушел. Или исчез. Исчез. Прикол. Игра очень подлая в этом плане. У нас такого не было. Чтобы он прям блокировал проход? Угу. Чтобы мы открыли дверь, и он там прям в жопу. У меня так постоянно. Но он такого не было. Подойди, посмотри, вот такие вот первый раз ходили. Вон морды валяются. Вот, вот такие вот. Нет, вернись сейчас же. Ты несешь с собой тень. А почему он распор не читал это, что ли? Ну, его распилили. Возьмем поводиться. И...
каким-то я проломил. Да, 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 я тоже так подумал. Такая тяжелая. Не докинешь. Ну, вам придется рукой. Рука еще тяжелее оказалась. Короче, нет. Наверняка. Где-то что-то должно рядом лежать. Либо в решетку нужно. Оп. Либо справа сейчас выйдет. Наверное. Да, да, да. Держу. Держу, держу. Он там решетку, видимо, проломил. Потому что я еще так это... Да, он сейчас уйдет. И еще один. Не цеплялся, не цеплялся. Черт. Да, запись, скорее всего, остановилась. Надеюсь, он дальше сойдет. Ну, ладно. Еще как выйдет прям на встречу. Может. А почему у меня вправо не надо? Тебя эти штучки, если я все равно не использую. Ну, что, на, надо бежать потом. Все нужно сагрить и вокруг побежать. Еще. Я же камешки лежат специально для этого. У тебя атлас с дополнением? Нет, по-моему. Еще посмотрим. Это было изи. Ну, бегал. Ну, вы, наверное, просто... А, что это такое? Что это такое? Побежала я. Видишь? Я-то думал здесь в другую локацию. Так, а что ты? Ты бы подлечился, он бы тебя не ваншотил. Что ты? Зачем я подбираю эти штучки? Капец. Что это за штучки? Да я думал, там конец локации, еще стою такой и жду. Вот почему затупил ты. Думал, конец локации. Не обратил внимания, что дверь не открылась. Изи оказалось. Ладно, не говорю, вот пока не прыгнул.
Как он, интересно, меня увидел? Ну, он проскочил в ту сторону. Блин, чаще он будет мне. Надеюсь, он здесь не стоит. Не-не-не. Надо же было так. Эпично зафейлиться. Эпичнее просто некуда. Зачем? Просто награда. Что за человек? Мне нравится. Что? Шок. Пойдем сначала отсюда. Что там за куда наша? Не помню. Ничего. Агриппа, только не засыпай. Ты чувствуешь шприц? Нет, ничего не чувствую. Александр? Да. Скоро я даже двигаться не смогу. Да? Твоя жизнь в безопасности. Верь. Только что это за жизнь? Стоит ли там жить? Агриппа. Запомни это имя. Ты мне каждый раз говоришь это. Косян не тронет его. Я знаю. Либо ты меня тралишь. Не-не-не, серьезно. Подойди к нему. Стрям. Помоги мне. Потяни. Не-не-не, подключать. Кто это? Помоги мне. Спасибо. Я очень тебе благодарен. Меня зовут Агриппа. А тебя? Симпатия. Ходи! Тебя зовут как пророка брошенного кольца? Скажи мне, Даниэль, любимка, ты хочешь остановить Александра? Да, понимаю. Ты жаждешь падения Вавилона. Ты зря волнуешься, мой мальчик. Без сферы Александр беспомощен. У него есть сфера?
Это совсем нехорошо. Святилище практически не пробиться, если в нем есть сфера. Можно пробить барьер с помощью другой сферы. Но Александр сломал свою, то есть мою сферу давным-давно. Неужели? Если ты говоришь правду, тогда дерзай, Иванович. Найди осколки сферы и собери ее. Полагаю, теперь он использует их для пыток. Они источают безумие, а ему это весьма полезно, как я понял. Он быстрее завершает игру, потому что она меня уже раздражает. Посмотри на вирусы и трансепты, мальчики мои. Они должны быть там. Жалко, вас хочу. Да не хочу тебя вновь беспокоить, но... Зачем ты сделал скриншот, да? Нет, хочешь убить Александра? Ты возьмешь меня с собой? Я знаю, это звучит глупо. Только взгляни на меня. Но если ты найдешь что-то, связанное с человеком по имени Иоганн Вейер, можешь принести это мне. Он работал над тем, как спасти меня, над эликсиром, который освободил бы меня от этого дряхлого тела. Для такого рта у него слишком хорошая дикция, я бы сказал. Да. На Александр постарался. Меня зовут Кевин Корнелий Агриппа. Знаешь, когда-то я был важным человеком. Барон Александр уже много лет поддерживает мою душу в этом. Заткнись, а. Задолбал уже. Дальше поиграть. Возможно, века. Да он тебе будет рассказывать эти байки, можно слышать. Вспоминали записку, массивную дверь, нужна сфера. Что-то находится, валяется в камер пыток. О, камера пыток, наконец-то тут будет этот... Мы же в одну дверь не сходили там наверху. Ну там, значит, ничего не было такого важного. Тут, короче, по-моему, будешь заходить вот в эти вот камеры, и тебе будут звуками передавать, короче, этим звуками вроде бы. Сейчас. Или записками, не помню, или там будет нарисован. И потом будет треугольник, это дева железная, и этот корова, которую поджигает. И еще что-то. Что-то раскрывается все. Сейчас ни хрена не видно. Да. Так, повторю, нужно с первой уже идти. Так, ну как бы я вообще камеру пытаю. Мясо. Yes.
Все, сходим, пойдем в алтарь. Розетки. Она близко. Там до хрена монстр будет. Наверное, уже. Он, да, уже топает. Так, ну-ка. Валяются в камере. Не одно. Да. Не в этих камерах. Камера, которую тебе говорила, там. Другие. Это просто камеры заключенные. В этих камерах содержатся пленники для ритуала. Люди, за которыми ты посылаешь, это окажутся здесь. Помни, что заключение — это преддверие пытки, так называемая подготовка. Не забирай никого, пока они не будут готовы. Понял. Звуки из камеры передаются сюда по трубам в потолке. Так ты контролируешь своих жертв. Пусть крики одного пленника заставят его сокамерника дрожать от страха. Звуки. Ладно, окей. Я что-то ничего не слышу. Я не во всех камерах это будет. Это не в этих. Верхних? Как идут дела? Александр Федор не умен, но у него заканчивается. Пробу, пробу. Пробу вход туда. Почему? Значит, где-то нужно либо крикнуть в какой-то камере. Вот, пока он говорит, слева, ну вот это люк, слева на столе забираем масло, над столом замечаем люк. Залазим на стол, открываем люк и пытаемся потянуться на шестеренок и вытащим. На стол ставим стул. Сейчас, подожди. Короче, сразу возьми стул, поставь на стол и залезь туда к шестеренкам. А, это снова ты? Эйр был моим учеником, а им... Да, я горжусь этим. Что это такое? Да. Второго можно выкинуть. А он стул стоит. Однажды я нашел храм Мира. Мне повезло, его не тронуло руна мародера. Ты знаешь о Митраисте? Впрочем, я тоже. Храмы находились в пещерах, их темные стены представляли в себе, а внутри... Блин, вообще в тем догадаешься. ...выдавшие за прощение небес. У верующих было нечего, связанное их с творением, с верой. Ну, шестеренки запустили.
поднимаем кусок мяса прямо вверх, ведущий к алтарю. Алтарь, идем до развилки, сворачиваем направо. А, ну, в алтаре надо погонять. И оттуда уже мы идем в этот, в комнаты пыток. И вот в этих комнатах, в тех вот, которые там сейчас поделаешь, потому что там будет этот вот крест, в котором там сжигают потом эту деву, и треугольник, на который там насаживают. И вот в них будут эти куски сфер. У него этих где-то там рылся. Ну, ты сказала в камерах. Ну, ты, я тебе сказала, кстати, а ты не понял. Осталось совсем немного. Я, словно Орфей, спускаюсь в царство Аида. Если ты накажешь, что тебе известно? О чем вы? Ни о чем. Забыл. А вдруг у меня энергия на лапу? Интуиция весьма развита. Ну да, хоть не уже уверен, чуть-чуть дослушаю вас. Да, теперь скажи. Ты его. Же так рассказала. До концов, это лишь. Кстати, ну, я так и не понял, в какой момент Александр стал плохим. Ну, это Даниэль сам допер. Александр ему показывал, типа, вот так и так, и Даниэль долго догадывался. Не очень, главное. Во. Ты такого не помню. У тебя микрофон был на меня. Микрофон на меня. Не помню реально такого. Ну там же к магическому барьеру, видишь, там магический барьер. Магический. Ну прочти какое-нибудь заклинание. Кинь туда мясо, оно прожарится и съешь. Оно становится здоровым. Так, это я прям прошел, значит, либо налево, либо направо. Мясо в колодец, по-моему, это будешь... Окунешь, привяжешь, окунешь в колодец и достанешь оттуда одна косточка. Если это не в пеновую. А, нет, это здесь. 12 августа, 1839 год. Похоже, ритуал изгнания потребует больше времени, чем мы планировали. Я занимаю себя тем, что помогаю с пленниками. Меня тошнит от этих отбросов общества. Ни один из них не может достойно встретить наказание. Эти гады лгут, что невиновны. Трусливо молят о пощаде. Даже не верится, что цивилизованный человек может так низко пасть. Я все время напоминаю себе, что все они отъявленные мерзавцы. Я даже благодарен Богу, что Он посылает нам этих гадов, чтобы они послужили моему спасению. Я пытаюсь изучать разные устройства в камере пыток. Опыта у меня пока мало, и в последний раз получилось грязновато. К следующему ритуалу ограждения я буду готов. Он еще их пытал, получается, сам. Я он только изучал. А, ну не, и вот пытал, вот сейчас, да. Да, сейчас сказал, что пытал. Да, ваше. Пропала, я вынужден начать сначала. С тех самых пор, как обнаружил сферу, найденную Агриппой, она была основой моих исследований. Из-за случая с Вильгельмом я стал нетерпелив. Опасаясь нехватки пленников, приступил к последнему ритуалу без должной подготовки. Сфера треснула и распалась на 6 частей. Я пробовал все, но не могу собрать ее.
Если я не подумаю, как это сделать, придется найти еще одну. Во сколько сфер еще теплится жизнь, и даже если не удастся восстановить ее, возможно, хотя бы часть ее силы может быть использована для других целей. Прошли целые века безрезультатно. Я уже не уверен, что увижу свою любимую вновь. Долго я еще смогу поддерживать. Это он все для того, чтобы оживить свою любовь? Делает. Хрен его знает. Он телец, да, значок, по-моему, или типа лев. О, да он, блин, тут еще анимешник был. Смотри, коллекционер, фигуру сколько. Потом пришел Девакин, короче, есть. Все поломал. Ты его личный музей был, то есть... Если бы вы пришли ко мне, бы и начали с полок скидывать все мои фигурки. Человек бы уехал домой по частям. В мешочках. Сядь жопой туда. Нельзя использовать предмет. Нет, этот предмет ты будешь окунать в этот, в колодец. Там потом косточку достанешь. Монстр объест ее. Ладно, не рассказывай. А вот она эту косточку. Хватит. Так. Выемка, ладно, понятно, сфера, да. Умирающий записку от человека Иоганна Вая. У меня есть записка? А, ну она в руках должна быть тогда. Просто в инвентаре, да? Угу. Что это, Даниэль? Чувство вины. Вини себя. Начал все это. Ты отправил мне письмо с просьбой о помощи. И вот как ты мне отплатил? Да как ты смеешь? Вот он типа теперь. Даниэль немного на попятую пошел. Так, ну и. Ну,